танец, который вы танцевали, ну, лет 20-30 тому назад. Помните название такое интересное у него? Раковяк, да? Кстати, пользуясь случаем, хочу вас пригласить, всех желающих. У нас работает клуб духовой музыки, то есть каждое второе воскресенье, но вот это будет 16 декабря, играет духовой оркестр. Мы разучиваем танцы, вальсы, потом краковяк, вот, кстати, на прошлом занятии мы разучили. То есть танцуем под духовой оркестр. Поэтому тот, кто еще говорит, что я могу еще и плясать и дать фору молодым, это как раз для вас. Итак, мы всегда будем рады видеть вас у нас в районном доме культуры. И сейчас мы приглашаем вас на веселый, жизнерадостный танец «Краковяк». Спасибо. Капиталина Андреевна, вам от меня низкий поклон. Чудесно танцевали. Так вот, дорогие наши ветераны, мы в нашем клубе под духовой оркестр разучиваем танцы. Вот как этот краковяк, вальс, фигурный вальс и другие танцы будем разучивать. А сейчас... А сейчас я хочу попросить вас, просто чтобы мы вспомнили, потанцевали. Самое главное, не то что движение, да, движение со временем они могут, можно их и выучить. Самое главное, выдать характер танца, вот его качество, понимаете? И вот сейчас прозвучит следующее произведение, которое называется «Фокстрот». А вот там как раз характерно легкое движение. Не обязательно подпрыгивать, зависать в воздухе на 1,5 метра, да? А достаточно просто пританцовывать. А там уже, как говорится, куда душа поведет. Хочешь в паре налево, хочешь назад, хочешь направо пошел. То есть кто как может. И вот сейчас давайте все попробуем станцевать. Танец «Фокстрот». Все помнят, что можно даже идти с проходочками туда-сюда, налево, направо. То есть давайте вообразим, и пусть ваш плод фантазии станет реальностью.
танце «Фокстрот». Итак, музыканты, я смотрю, у нас уже готовы. Вы готовы вспомнить? А вот сейчас парами станете, и сама музыка вам подскажет дальнейшее движение. Итак, уважаемые музыканты, «Фокстрот». Спасибо, ребята. Огромное спасибо Надежде Ивановне и Галине, нашим обаятельным женщинам. Давайте поаплодируем 10 раз громче. Еще громче, пожалуйста. Огромное спасибо. Вы обратили внимание, у них возраст чуть-чуть старше 20, да? Но как они элегантно двигались, с какой легкостью. Сейчас молодежь так не может, как они кокетливо, да? Как они танцевали. Ну, кто так может танцевать? Ну, конечно, тот, кто этого хочет. И у того получается, тот, кто живет музыкой, у того, у кого душа поет. Ну, а у нас сегодня душа поет от радости. Ведь получив удостоверение ветерана Омской области, это честь, это достоинство, это хвала вам, дорогие наши земляки. Еще раз поздравляем вас с вручением этого почетного звания ветеран Омской области. Спасибо вам огромное. Ну вот я сейчас смотрю, некоторые у нас, как Надежда Ивановна, Галина, еще до этого пары танцевали.
А вот сейчас, я думаю, будет танцевать все те, кто у нас находится в гостях. Объявляется танец любви, танец сердец. Это никогда не забываемое танго, танго молодости нашей. Пожалуйста, сейчас, дамы, кавалеры, давайте приглашаем друг друга, танцуем все танго. Просто потанцуем, обменяемся пару-двумя словами и опять будем танцевать. Пожалуйста, не стесняйтесь, только сегодня вы можете потанцевать в этот день. Уважаемая Гринская, Тамара Дмитриевна, вас ищет партнер, он с вами хочет танцевать. Прекрасный танец танго! А сегодня дамы не отказывают. Приглашайте, пожалуйста.
Спасибо всем, кто танцевал этот прекрасный танец. Давайте поаплодируем всем нашим танцорам. Я смотрю, танцевали, беседовали, разговаривали. А поговорить есть, конечно, о чем. Вспомнить ту прекрасную пору вашего золотого труда. Поделиться, как жизнь идет, что нового, что хорошего. Это прекрасно, потому что человек и создан для общения. А вот танцы и помогают как раз нам сблизиться, пообщаться, поговорить друг с другом. Но сегодня мы собрались для того, чтобы поделиться и радостью друг с другом. Ведь такое прекрасное событие – это вручение удостоверений ветерана Омской области. Поэтому, дорогие наши ветераны, я напоминаю вам, те, кто еще не получил свои удостоверения заслуженно, пожалуйста, поднимитесь на второй этаж, потому что вручение происходит только на втором этаже Дома культуры. Так, вот я смотрю, поднимаются, правильно делают. Те, кто еще не получил, у вас есть время, потому что буквально через 10-15 минут вы будете приглашены в зрительный зал на концертную программу. Ну а сейчас вновь для вас играет духовой оркестр. Дорогие наши ветераны, сейчас духовой оркестр предлагает вашему вниманию ряд музыкальную композицию, состоящую из вальсов, популярных, красивых мелодий. Итак, не оставайтесь в стороне от этого чудесного праздника. Напоминаю, мужчины, приглашайте своих дам. Ах, эти волнующие три четверти вальса. Можно напевать и танцевать. Сердце. И сколько лет она уже звучит, и она всегда с нами. Поем, поем и танцуем, дорогие наши ветераны. Как ты радуешь нам душу, какие воспоминания ты наводишь. Ах, синий платочек, ты поддерживал в трудное время, ты был всегда с нами, это вы, милые женщины, готовили эти платочки, это они спасали жизни нашим дедам, нашим отцам. Раз.
катятся плавные вальсовые мелодии. Наверное, многие узнают ее. А кто узнал, тот пилает. Стоит здесь, да, чтобы вот это все никуда не пропало. Thank you.
20 минут и начальство будет поступать. Единая партия пришла сейчас.